Если у нас есть элементы, на которые нет семейств, например, провода, то как их можно считать? Провода считаются автоматически при создании цепей в Revit. Допустим, вы размещаете два оборудования, создаете цепь и, ну, как бы включаете эти два оборудования в цепь, и у вас длина посчитается автоматически для цепи. Допустим, чтобы посчитать длину кабеля, вам тогда надо создавать ведомость по категории. Сейчас я вам покажу по категории. Электрические цепи, вот. И в этой категории будет параметр длина кабеля.